И всем привет, с вами я, Александр Сучков, в данном видеоролике. Сегодня мы будем проходить опять GTA San Andreas с модом на Doom. Итак, сегодня мы начнем проходить данную вообще игру, да. Так, мы сразу садимся в тачку, потому что за нами гнались. Дальше, вот наши друзья выехали. Давайте поедем за ними сначала. Проследим, смотрите, как они едут-то. Охренительно. Так, давайте поедем за ними. Сначала посмотрим, что они хотят сделать вообще. Так, они едут сюда. Странно. Потом он переехал сюда. Ха, странно смотреть, как они едут вообще. Охренительно. То есть они выехали из полицейского участка и теперь... О, мотоциклист еще у нас. Так, что-то я их потерял. Не, они здесь где-то. Вот они. Видите? Они вышли оттуда. И за нами еще мотоциклист. Смотрите, едет. Ихний, типа, охраняет. Потому что это наши, как бы, крутые парни, погон и вагон. Они, типа, как тоже бандиты, и мы должны их защищать. То есть, их защищает этот парень. Осторожно, не врежьте. Так. Он прям за нами едет, прям вообще четко. Охраняет. С калашом едет. Вот этот, который нам помог, вот он за нами едет. Вот. Еще двое уехало на тачке. Офигеть. Давай, надо разогнаться еще. Так. Тихо. Поехали сюда. Дальше нам надо как-то... А, да, сюда. Извини, нет. Так, все, давай дальше. Нам надо сюда. Назад, давай. Так. Все точно. Блин, не туда, ладно. Все равно. Пусть будет здесь тачка. Так, парни вышли. Где там этот мотоциклист? Он куда-то уехал уже. Это не точно. Да, он уехал, все. Мы довели его и все. То есть довели наших парней. Вот они, наши парни. Сейчас они сюда прибегут. Вот он, мотоциклист еще, вот он. Смотри, гоняет. И упал там где-то. Ну вот и все. Там где-то есть. Вот и все, мы прошли. В общем, ребята, если вам понравилось данное прохождение, обязательно поставьте под этим видеороликом лайк. Потому что сейчас будет вообще жопа в следующем видео. Ну и всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну, бас, пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.